Всем привет. Начинаем трансляцию. Я думаю, все проблемы решены, которые возникли у меня с приостановкой OBS. Сейчас будет стрим только на YouTube. Давно ничего не делал, не писал. Ну вот, решалась проблема с этим совсем. Сейчас я привез компьютер. И все оборудование, которое необходимо для стрима, сейчас у меня есть. Надо только приступать. Давайте перейдем к делу. Сегодня это будет долгий проект, как я понимаю, потому что здесь необходимо лепить и моделировать в Rhino. Лепить мы будем в зебре, но это уже не сегодня точно. Сегодня выстроим форму креста по эскизу. Форма будет такая, как я понимаю, здесь будет каст, это филиграни, ну и сделаем по торцу тоже филигрань. Еще мне заказчик присылал пару файлов. Вот это как образец того, что нужно приблизительно. То есть он будет сквозной с вот такими, с таким рельефом. Так. Это как пример. Ну, я думаю, можно приступать. Так, я это помещу куда-нибудь сюда. Клавиши есть, музыка есть. Так, сейчас посмотрим еще. Напишите, как видно, как слышно, если кто-то смотрит сейчас. И я продолжу. Доступен ли чат вообще? Вот я только что выходил, чат был недоступен. Пока ждем, пока не начинаем. Отлично, спасибо. Да, я долго с этим разбирался. Ну и нам нужен picture frame сейчас. Я не помню, здесь работает просто. Если я закину картинку сюда. Да, у меня работает. А, нет. Ладно. Набираем в командной строке picture frame. Нам нужна вот эта форма. Габарит ставим 35 миллиметров. Да. И загоняем картинку.
Так, я бы еще понизил opacity. Так, где это у нас? Вот он. Transparency. Вот так. Ну, это, конечно, не центр совсем. Вот так будет центр. Привет, привет. Замки? Да, делаю. Смотря какие. Если коробка, то, ну, элементарно все. Смотря для чего. Так, повернем немного. Так, вот центр. И сейчас опускаем немного ниже. И закинем на этот слой. И блокируем. Здесь начнем, наверное, с дуги. Арка. Так, теперь центруем ее. Я включил привязку к C-плану, C-plane, чтобы у меня все было в плоскости пока что. Так. Теперь копируем это на 4. Вот тут я, конечно, не спросил заказчика, что там будет, камень или не камень, не знаю пока. Но думаю, пусть будет камень, ладно. Потом, если что, переделаем. Я думаю, он будет миллиметры, нет, больше. Ну, такое, думаю, достаточно. Как у всех дела? Как работа? Последнее время работы у 3D-шников много. Простите, я немного болею еще. Кашель. Тоже сделал лишнюю работу, раскопировал раньше, чем нужно. Удалим пока это. Четыре. Так. Так, и обрежем концы, чтобы не было проблем. Соединим контур. Так, есть. И вот сейчас это произошло объединение, ну не объединение, а точнее обрезание всех остальных частей, потому что работает record history. Вот она здесь находится. Ее необходимо включать. Часто меня спрашивали, почему у меня это не работает. Почему не меняются дочерние объекты? Так, target point 0,9. Так как это серебро, я думаю, можно
1 миллиметр сделать. Отлично, но я в офисе сейчас сижу еще в одном. Ну, вот как-то так, и работаю из дома. Но в офисе не так много работы, и мне позволяют делать свои шабашки. Вот это одна из них. Судя по тому образцу, который мне отправили, там будет камень. И закатку в глухую. Да. Для начала выстроим каст. Чтобы положить камень, достаточно всего 0,5 мм. Мы нарисуем 0,5. Я бы это на глаз делал, но тут проще сделать так, чтобы поточнее. Так, теперь рисуем остальное. Чтобы закатать, можно 0,4 сделать, но так как серебро, сделаем 0,7. 0,7, да. Вот так. И здесь еще будет бортик для филиграни. Ну, либо шариков по окружности. Вот, нужен ли он такой? Ладно, потом разберемся. Все это объединяем. Join. Теперь тело вращения. Так, убираем на этот слой. И здесь включаем точки и придвинем их так называемому полу. C-plane. По Z. 0 с клавиатуры. Бинго. Здесь для этого всего мы сделаем plane surface. Ну, чтобы поинтереснее смотрелось, не просто тупо, как сказать, компланарная поверхность, а такой легкий изгиб. Замок. И двигаем профиль. Где-то так. Можно включить превью. Сразу поменяем слой. И бам. Готово. Я думаю, что с кастом тут это все не точно, поэтому я его построю так, чтобы был. Потом его можно будет легко скорректировать по размеру. Здесь. Trim surface. Добавим шарик и раскопируем его. Раз так, не знаю, давайте 30.
Посмотрим, что получится. Неплохо. Но можно и поменьше. 20. Так. Давайте 24. Ну, так лучше. Такая пентаграмма, черная на красном, как будто сатану вызываю. Но контрастно. Мне нравится. Так, я уже сказал, что крест у нас будет сквозной. Так, я вот думаю, что мне не хватит этой толщины, чтобы уложить в торец еще спираль. Один миллиметр, да? Давайте сделаем 1 и 2. 1 и 2. Yep. Я думаю, еще с орнаментом это будет целая отдельная история. Solid. Или я сделаю проще, не так. Мне нужно, чтобы по этим двум рельсам проехал профиль. Ну, вот как он проедет, конечно, интересно будет, но... Я ее сделал настолько прозрачной. Ну, давай еще добавим. Так. Я думаю, этого вполне достаточно. Да, она, по идее, уже не особо-то и нужна. Я поставлю две точки, чтобы мне ориентироваться. Сейчас здесь и здесь. Габарит я удалю. И начинаем. Так. Плюс-минус километр. Наверное, по высоте вот этого коста. Ну, можно опять же сделать выравнивание под точкам по оси какой-нибудь. В данном случае нам нужна ось Y. Теперь добавляем геометрию. Центр. И можно тримом все это убрать. Объединить. Join. Я хочу, чтобы у меня получилось здесь такая же филигрань, как и здесь. Ага. Не получается. 1,2, 1,3. Ну, тоже. Можно чуть-чуть убавить. 1,25 и еще немного. Вот так. Есть.
топовым рельсам. Так, наушники мне сейчас пока не нужны. Так, вот у нас вылетела панель, и на ней я укажу mounting height. Не знаю, как правильно прочитать. Mounting height. Вот. И здесь мы будем делать сейчас спираль. В матриксе, по-моему, есть команда для спиралей. Вот ее бы найти сейчас. Не здесь точно. Ладно, проще я сделаю ее по-другому. Таким образом срываем кривую. Так, я хочу, наверное, взять, хотя сорвем и здесь. Сейчас сорвем нужные кривые и потом удалим компланарные поверхности, потому что чем их меньше, ну вот этих ребер, тем проще в дальнейшем. Тоже мид. Теперь берем эту. Запускаем спираль. Around curve. Воу, не объединил, по-моему, кривые, да. Странно объединил. Здесь, не знаю, 20. И 20 много. И мне необходимо задать диаметр этой спирали, так как... так, 1,2, да? Нам необходимо 0,6. То есть у нас будет спираль в 1,2. Нет, мне нужен диаметр. 0,6. Еще раз. Бам, есть. Витков. Давайте сделаем 18. И направление спирали сейчас очень важно. Сейчас мы сделаем в одну сторону. Потом в другую. Around curve. Также 0,6. Мне кажется, много витков я сделал. Ну, попробуем.
Так, запустим pipe, диаметр 0,065. Вот, чуть-чуть много. Удалим. И по новой. Давайте 10,06 на сторону, round curve 0,6 другую, да, привет. Ковтоп. Начинаем строить. Я долго пытался разобраться с тем, как это сделать. Павел мне пишет в WhatsApp. Извините, отвечу быстро. Запускаем пайп, но 0,65. 0,65 много. Павел, спасибо. Смотришь, красавец. Много и витков, наверное. С витками хорошо, с витками порядок, а вот диаметр мы уменьшим. 0,6. Рыхлая получается. Еще раз удалю. Даже сделаем 0,5, потому что чтобы не влазило за борт. Так, 0,5. Так, есть и... Диаметр 0,6, пайп. Вот, по-моему, то, что нужно. Здесь с теми же настройками. Round curve. Так как расстояние одно и то же, я сегменты менять не буду. В одну сторону, round curve, в другую сторону. Так, есть pipe 0,6. Прекрасно.
Здесь, если что, можно будет в зебре смазать все это. Еще хочу сделать то, о чем я говорил ранее. Удалить вот эти компланарные поверхности, потому что будет потом проще. Есть у меня кнопка здесь. Вот она. Merge All Complanar Edge. Это правая кнопка мыши. Ну вот что она сделала. Убрала. Ну не везде. Почему-то. Почему? А вот теперь какой-то баг. Артефакт. Нам такого не нужно. Тогда мы сделаем так. Просто срываем поверхности. Удаляем их. Выделяем ребра. Duplicate border. И создаем поверхность. Все. Объединяем. Удаляем кривые. Есть. Здесь абсолютно то же самое по торцу. Так, вот здесь у нас получилась фигня. Ну, можно поднять каст, как вариант. Ну да, тут без вариантов, только поднять каст. Так, вот как раз пишет заказчик. Мне надо будет с ней связаться и потом... Ну, мы сейчас продолжим. Я с ней свяжусь. И там будет видней, что нам делать дальше. Так, это я все сгруппирую. Группа. Array pack по кругу 4. Есть. Мне не нравятся вот эти острые концы, я их хочу подрезать немного. Берем и сколько? 0.04 может быть shaded. Почему-то у меня плохо работает сейчас pop-up меню. Да, вот о чем я и говорил. Вот такие артефакты влазят, когда вот эти компланарные поверхности. Мы их сейчас тоже попробуем исправить таким же образом. Раз. Сорвали их. Удалить. И cup planar holes. Есть. Теперь здесь же проделаем то же самое, только сверху. Сорвали. Так, я выделю быстрое выделение поверхностей. Delete. Еще раз. Delete. И cup planar holes. Есть. Теперь будем экспериментировать с формой.
Так, отлично. Теперь вот нет этих острых углов. Здесь мы пока воспользуемся для визуализации просто скруглением. Так, зададим радиус 0,2. Да. Ну и чтобы в пластике это выглядело вот так. Не дурно. Теперь поднимаем каст. Блокируем все остальное. Так, видите. Ок. Чуть выше филиграни. Отлично. Так, камень сажаем на место. Вот. Как-то много здесь слишком витков, на мой взгляд, с этой стороны. Здесь все-таки больше длина, чем здесь. Я бы это сейчас переделал. Оу. Нет, не там начал удалять. Around curve. Это можно сделать все просто и в Grasshopper. О, Кирилл, привет. Добрый вечер всем. Хорошего стрима, спасибо. Александр, Кирилл, привет. Только сейчас прочитал, извини. В моделировании пока. Так, витков. Давайте сделаем 10, наверное. Так, в одну сторону. 0,5. Так, есть. Around curve. 0,5. Есть. И. Pipe. 0,6. Как-то так поудачнее, по-моему. И здесь убавим тогда, ладно. Слишком толстая получилось. Так, радиус. Что я делаю? Нет, не то. Around curve. Здесь. Давайте 10, посмотрим, как это будет. Другую сторону. Что-то тут не так. Round curve. Опять есть. Кирилл, как дела? Как с работой? Группа. Группа. И группа. Еще раз группа. Сколько нас?
Просмотры 31, да ж, нифига себе, сейчас смотрят 6 человек нас. Это серьезно. Так. Not bad. Теперь займемся вот этой частью. Будем строить так. Торцевую спираль. Можно, конечно, взять, скопировать вот эту, которую мы уже построили, но мы же хотим тот же самый диаметр, те же самые трубки, так что не совсем получится по тому же алгоритму. Ах ты ж! Накосячил я, здесь скруглил. Тогда мы поступим так. Мы возьмем вот это, скопируем в буфер обмена и катимся назад. Катимся, катимся, катимся. До того момента, как вот они. Я сделал скругление. А, ну и вставляем, конечно. Юрец, Юрец, привет. Юра, привет. Так, это, наверное, 0,2 скрупления было сейчас. Нам нужно 0,4. Все. Бинго-бонго, джимба-джамба. Ах ты ж, что такое? Я удалю все вот эти. Тут что-то пересекается. Да. Кривые тоже можно удалить. Не эти, а спиральные. Они вообще здесь. Вот эти оставим, эти удалим. А это вставить и раскопировать. Пардон. 4. Есть. Скругление. Так, 0,2. И теперь вернемся к тому, что мы делали до этого. Так, вот верх креста, я начну отсюда. Extract Edge. Или, может быть, я как-то неправильно эту команду назвал. Is a curve, да, is a curve. Extract is a curve. И уже around curve. Здесь можно добавить на 12, наверное. Так. 0,5. И, наверное, одно мы отпустим вниз. Вторую поднимем вверх. Так, round curve, что такое, не сработало, есть.
0.6. Ну, по-моему, прекрасно. Антон, привет. Да, пропал. Тут были проблемы с тем, что... Во-первых, я обленился. Во-вторых, я залез в рестрима и понял, что он не работает. И у меня что-то руки просто не поднимались разбираться со всем этим. И здесь, в Москве, у меня был ноутбук, который постоянно отрубался на... Я работал на два монитора. И просто мог внезапно выключиться второй монитор. А мне для стрима это очень важно, чтобы был второй монитор. Ну и... Звучит как отмазки, но вот так. Так, здесь... Что? Да так покороче, по-моему, здесь можно сделать 10, наверное. Тоже 0.5 вниз. Еще раз. Round curve. Вверх. Кажется, много. Хотя нет, выглядит вполне себе нормально. Все это загоняем в группы. Мне потом так будет проще. И общую группу. Ой, не то. Группируем. И копируем 0.4. А вот каст мы поднимали, теперь мы же откатывались обратно, и теперь его нужно поднять еще раз. Сейчас все заблокируем и поднимем. Там не поднялось, видимо. Нет, все в порядке. Ну вот. Так, вот теперь можно выстроить эти треугольники, на которых будут написаны буквы. Наверное, эту форму я покажу. Наверное, я погорячился, сделав здесь еще спираль. Ладно. Чего страшного? Идем дальше.
Сейчас определим форму. Сделаем более тупой угол. Так. Висит видео, только звук идет. Что мы можем сделать? Так, видео, говорят, зависло. Что мы можем сделать? Сейчас также с видео проблема. Так, секунду, сейчас решаю проблему. Попробуем поменять настройки трансляции на ходу. Не знаю, насколько это будет правильно и поможет ли это вообще. Так, вывод. Как сейчас, то есть звук есть, а видео нету, правильно?
Так, а может быть сейчас лучше? Так, я пробую переподключить, но что-то не получается. Ничего не меняется. Ладно, тогда если мы не можем сейчас продолжать, приостановим и как раз я разберусь с настройками и покажу форму клиенту, когда на